Что ж, друзья, всем еще раз привет, доброго времени суток, черный экран, и мы вернулись, друзья, к вам. Тут как тут, сразу же. Ну что ж, матч, великолепный матч команды Fnatic. Не, матч вообще будет сейчас очень интересный, очень эпичный. Во-первых, Fnatic сейчас находится в интересной ситуации. Они имеют шансы на LAN-финалы, при том, что ой-ой-ой, какие. Очень даже хорошие, я команда, бы сказал. Команда Virtus.pro имеет шансы тоже очень-очень хорошие, но у них два поражения, у Fnatic одно. И Virtus.pro не хотят пропускать Fnatic, потому что на LAN-финалах это очень опасный конкурент для них. Но у Fnatic есть еще одна потеря, это две ничьи. У Virtus.pro всего лишь одна ничья. Если ВП выиграет у Fnatic, то выходят вперед в этой в личный дуэль. Да, но НИП они уже не догонят по очкам, потому что у них будет всего лишь 34 очка, если выиграют. Но Fnatic могут здесь выйти за рамки 30 очков и показать действительно то, что они хотят на финал. Но вот эти вот, знаете, битвы перед лан-финалами, они всегда очень-очень эпично заканчиваются. И по большому счету даже... по большому счету даже во многом... Все здесь будет зависеть, например, для наших команд от того, как сыграют непосредственно вот в этом матче ВП и Fnatic. Ну, здесь по-любому кто-то потеряет очки. Есть такой вариант, что могут поделить по одному. Или кто-то потеряет три. Ну что ж, сайдпик сейчас будет на карте The Inferno. Карту выбрали именно такую. Fnatic последнее свое Inferno сыграли очень жестко, очень грубо. И показали то, что они имеют... во многих ситуационных раундах имеют преимущество, опять-таки, за счет своего шведского тимплея. Ну и Virtus.pro на этой карте играют всегда парную атаку, парную защиту и показывают тоже блестящий результат. Пока блестящий результат. Ну, прямо вот особо сильно их пока здесь никто не перенапрягал. Там где-то они могли уступить, но это, опять-таки, не показатель. В этом матче решается, поверьте, куда больше, чем 3 очка. И для ВП выиграть эту встречу крайне принципиально, крайне важно. Так же, как, в принципе, и для Fnatic. Но будем смотреть. Радует то, что Inferno, сайдпик, мид и понеслась. Тут есть еще такая ситуация. Virtus.pro на Inferno играет иногда очень просто хорошо. Доказательство тому, это обыграли команду HellRaisers, просто разгромили их со счетом 16-3. Точно так же на Inferno разгромили Титанов 16-5. То есть, действительно, эту карту ВП могут выиграть у Fnatic очень даже легко. Ну, последний матч команды Fnatic. Это победа над немецким Alternate со счетом так. Они что делают на центре вообще? Вообще какая-то тусовка. Они вот собираются уже... ножовщина, и кто же будет выбирать сторону? По-моему, поляки будут выбирать сейчас сторону. И я не побоюсь этого слова, если они выберут КТ, будет просить свап. Так, ready play. Ну, ждем ответа. Ждем чата. И я жду. Свап. Ну, правильно, конечно. Защиту начинать поприятнее. Так, Fnatic обыграли Alternate на этой карте 16-11. Сыграли на трене, скатали на трене в ничью с Na'Vi. Дальше матч на LGBT. На SEA против LGBT поражение. Трейн. Вот Inferno последнее. Последнее Inferno только мы могли видеть с Alternate. У Virtus.pro же победа на Dust 2 на SEA. На Inferno они убили команду Titan, друзья, со счетом 16-5 и проиграли на... Если я сезон, так это не важно. Ну, короче, две команды, которые умеют играть Inferno. Ситуация аналогичная вчерашнему матчу. Если я не ошибаюсь, Майам вот играли. И Alternate Attack. Да, и кто здесь победит, это сложно. Вообще победит та команда, которая готовилась вообще, под своего соперника. Вообще, в конце сезона нет уже простых матчей. Вот тому доказательство, казалось бы, посредственная команда MoSports и навязала действительно невероятную борьбу команде HellRaisers 16-14, а Шеры чудом. Чудом заработали необходимые им 3 очка. Так, ну что ж, перестраиваются сейчас Фнатики. Так, под укрепление дома будут выходить. Там 3 игрока команды ВП. Но если на тайминге вот к 50-40 секунде они попробуют сейчас зайти по коврам, то вполне возможно они получат несколько пуль в лоб. Так, полтора убивают и смотрим. Белый. Да, выход по коврам и теперь белый. Белинский. Что делает? Но Дживи его разворачивает такой нереальной вертушкой. А забери Дживи, все было бы совсем по-другому. Да, ну и Virtus.pro пушит с Б-плента. Это Снэкс, который уже на главке. И Нео, который с малых попытается сдержать сейчас атаку. Самое главное, не дать зайти в точку. Так его закидывают. Ложится смок, он видит плент. Снэкс. Снэкс, кстати, попал, по-моему. Нет, это был не Снэкс, но... не заметил. И Fnatic просто крысит, короче, эту бомбу. Не, он забирает Devil Walk в пленте. Не, он продолжает выбивание от Дживи. Шнейдер на пленте подлавливает Снэкса. На его остается 1-2. Но он знает то, что на пленте и Шнейдер. Время заканчивается. Но вот из-за того, что ВП потерялись на Шнейдере, теряют нужные секунды. И, в общем-то, здесь Дживи просто дотыкал. На его бомба взрывается. Два игрока уходят с пеки, но 1-0.
1-0. По-моему, блестящая пистолетка от команды Fnatic. Правильная перестройка под дом. Но белый мог вообще закончить им этот раунд в ковра. Без везения здесь не обошлось. Белый, забери в спину JV. JV бы не сделал эти два минуса. Осталось всего лишь 4% здоровья. И с вертухи невероятный хедшот от действительно одного из самых жестких и опасных игроков команды Fnatic. Ну, на самом деле, его еще вот игроки, особенно из СНГ, называют немножко глуповатым, потому что этот парень любит бегать. Вот он просто... Ну, он как, может он, как знаешь, бегать, но он жестко попадает. Он напоминает моди, который вот в CSGO, вместо того, чтобы играть пассивно закрыто, тоже постоянно бегал на ковры и умирал, например, от того же Старикса. Я помню, как веселились ребята. А как ты его убил? Ну, он прибежал. Просто прибежал. Я вот стою, и он опять бежит, и опять прибегает. Ну, я не знаю, вот... Я убил его пять раз подряд, а он все равно бежит. А он опять прибегает. Вот что с таким поделать? Ну, и JV в итоге добегался, в итоге получил минус 80. И пока что пистолеты Virtus.pro работают, в принципе, на напряжение игроков. Да, волевушечка, атаки. По традиции залетает команда Virtus.pro. 5 игроков с армурами. Что по арсеналу? Ну, 1 5-7, 2 чешки и 2 P250. Шнайдер снимает Нео на Б-пленте, и Fnatic пока что никуда не торопится. В численном преимуществе попробует продолжить закреплять важные позиции. Выход на главку будет перекрывать только белый таз, но у таза вообще ковры. И сейчас Fnatic действует в правильном направлении, понимает то, что тут, скорее всего, 2-2. Хотя даже если не понимают, они должны 20 проходить. Так, ну вот белый должен давать информацию тиммейтам, попадает по голове Пронокса и Devil Волк, Флюша. Все, закрыли. Но Fnatic вот в таких раундах очень правильно себя ведут. Это одна из команд, за которой действительно приятно наблюдать в раундах против Эка. Мне даже кажется, что если посчитать вот статистически общий процент их раундов, которые они проиграли против Эка, то там, наверное, под сотку будет то, что они их выигрывают, наоборот. Ну, то есть, вот это та команда, которая не дает пистолетам перестреливать. Короче, плюсовая статистика у Фнатиков на эко их оппонентов. Не проигрывают так часто экономически, как это делают другие команды. И это на самом деле правильно. Ну, вот Паша со Снексом тоже, посмотри, не дураки. Они предпочитают отсейвиться, у них все-таки пара. Все правильно. У Паши тяжелый армор, чешка. Снекс просто с P250 и легким армором, но... Но он дозакупить может, в принципе, сейчас. Да, за 350 долларов... Изи, можно купить себе каску. Ну и смотрим, будет ли это делать, хотя я сомневаюсь. Так, 1900. Ну, насыпало нормально, но, опять же, минусов не сделали игроки команды Virtus.pro. Вот шанс был у Снекса в том раунде поставить хедшот на 20-ке, но красный игрок от него ускользнул. Так, ну и смотрим на Fnatic. Первый респаун Флюша, и это, по-моему, будет Б, и контратаковать поляки не собираются дугу. Опять будет затяжной раунд, наверное, мы где-то... Так, а вот здесь намечается плотная зарубка. У поляков укрепление на Б-пленте. Четверых игроков. Фнатики вроде бы серьезно настроены попытать удачу на Б, ну и что из этого выйдет? Удача попытает, по-моему, сейчас команде... Удача попытает команду Fnatic и испытает команду Fnatic. Они готовят... Так, подготавливают кафель, упор, чекают цемент, но я не думаю, что они вот просто так возьмут и выйдут. В том раунде очень долго ждали. Пытаются прогренить двойку. На двойке вообще гранату дали без результата. Создают платформу для атаки, и пока это получается. Ну смотри, там уже пятый приходит сейчас. Смотри, медленно открывается. Думают, что здесь никого нету. Поляки до последнего будут сидеть. Терпение просто может в один момент лопнуть. Так, и... ну вот Паша уже плотно прострелили на катушках. Остается всего лишь 8% здоровья. Поляк уходит в церковь, а вот троица остается на Б-пленте. Нео также получает порцию дэмэджа. Ну, Шнайдер видел Б2, и здесь проблемы, в общем-то, начинаются у Virtus.pro, потому что сейчас их могут закрыть вообще спокойно. Так, ну вот минус, ну, от... Вот перекрестным огнем все-таки забрали Devil Волка, что дальше? А дальше размены. Ой-ой-ой-ой-ой, Тасс приходит на помощь, остается последний Флюша. Флюша жмет, минус кафель, играет против пункта, 18 секунд, его пытается держать под контролем, потерялся в стрельбе, зажал, и Снекс пользуется этим, ставит пачку, 4B, и Fnatic сыграли крайне бездарно. После чека они должны были, знаешь, уйти. После чего они сыграли? Мы вот как только сказали, что Fnatic безупречно играют на экономических раундах своих оппонентов и очень редко проигрывают эко, сразу же... Fnatic самая лучшая команда в мире, и сейчас они выиграют эту игру, я понял твой намек. Да, ты болеешь за поляков, да, я да, понял да. твой намек. Не, ну просто это как-то будет более... Ну, чтобы поляки железно, чтобы выходили, эту каточку надо выигрывать. Закатывать и выигрывать, да. И тогда они уже будут в финале, а это значит то, что польская водка приедет к нам скоро. Я шучу, конечно же, друзья.
Ну, просто эту команду очень сильно хочется увидеть на лане. Они в арене вот в том сезоне выиграли, и в этом сезоне они должны как бы... Да они вообще как дома в арене. Да, они должны свой чемпионский титул просто отстаивать, поэтому очень хочется их увидеть на лане. Фнатик же приезжали к нам один раз и остались с четвертым местом. С четвертым местом не смогли пройти оппонентов из Франции, они же Very Games. Ну, ВГ тоже, кстати, чемпионы, они же Титаны. Они тоже будут защищать свой титул седьмого сезона. Если в восьмом выиграли поляки, то и ВГ не участвовали по причине отсутствия бюджета для поездки, то вот... Так, ну что ж, под раскидочку Фнатики заходят на Бэплэнд. Ну и здесь никого нету. Да, здесь очень интересный прием Снекс на катушках, а не на подставке. Не успели сделать поляки ни одного минуса, запускают Фнатиков без потерь на Бэплэнд, дают поставить бомбу. Живи пытается. Живи выходит в дым, моментально получает порцию просто спрей. Врыв еще от одного игрока атаки, 2-2, если его спокойно контрят. Что ж Фнатики делают? Почему они бегут? Зачем они забегают в дым? Вот зачем они бегут по одному чекать церковь? Для кого, ребята? На Дэвил Волки и на Шнейдере остается все. Шнейдер последний. Минус один, минус два будет. Нет, не увидим. Паша железно держит его. Вот все три минуса, которые сделал Снекс, точнее нет, первые два, это заходящий смог GV, и за ним пошел по стопам Флюша. Причем сделали это по одному с таймингом где-то в 5 секунд. Если GV сдох как тряпка, то Флюша, наверное, подумал, что он сейчас как папа выйдет и отомстит. Но там два девайса. И получилась вторая тряпка. Получилась просто вторая тряпка, и все. И Фнатик в итоге теряют еще один раунд, 2-2, и вот теперь у шведов начинаются проблемы. Да, проблемки сразу отражаются на экономике команды, будут сливать. Но... И заметьте, вначале мы не говорили, что Фнатик лучше или Virtus.pro. Мы отметили по фактам, то, что эти обе команды играют очень хорошо Inferno, и в большинстве случаев у них победа на этой карте всегда вырисовывается. Так что здесь еще пока не ясно, что же будет. ВП, конечно, агрессивно, но это может закончиться. Так, Паша, вот это да. Агрессор Павел. И его бицепс. Спокойно расправляется со Шнейдером и Проноксом, а вот белого уронили на главке. Так, JV зачекал. Красава, с дома. 3 в 3. Размен. Перетяжка под Б. Есть девайсы. Два девайса. У команды Фнатик и у поляков проблем. Но здесь еще нужно Снекса как бы пройти, который сейчас будет... И посмотри, что задумали поляки. Снекс будет играть... Под флеш от Нео. Будет флешка от Нео? Есть у него флешка? Есть. Так, вот Снекс должен сейчас разбираться. Опа-ча. Снекс, по-моему, заметил дугу. Да, заметил дугу, все, ушел. Понимают поляки то, что это... Тас чекнул мидл и дал инфу, понимают, что это Б. И два девайса сейчас просто туда не должны идти. Надик понимает, что Фнатики он убивает одного. Не глупцы, и будет у нас... Mind game. Они видели штазу на центре, они понимают то, что если этот чувак чекнул, значит на Б сейчас будет... Ну и теперь надежда только на Виктора. Виктор зачекал заходящих шведов на главку. Что дальше? Спокойно разбирается с Дэвил Волком. Выбивает из того бомбу, ну и второй минус не удается сделать. 2-2 ситуация. Слушай, а звено-то опасное от Фнатик осталось на разыгрывать эту бомбу. Тут скилловые ребята достаточно, которые попадают, дай бог, очень жестко. Ну вот смотрим, что сделает Снекс. У него, наверное, одна... Так, Нео заходит с пунта, видит нычку. Ковры тоже видели. JV красный, Нео справляется с Флюшей. Выпад проигран, и JV последний. Красный JV, всего лишь 2% здоровья. Бомба стоит очень неудобно для шведа, и швед вынужден... Выходите из комфортных больших песков и идти в направлении поставленной бомбы. 3-2. И это крест в этом раунде для команды Fnatic. Это просто крест в этом раунде. И ничего больше. Отличный кадр. У нас, кстати, на лан-финалах будет очень много таких моментов. Друзья, предупреждаю, когда на стриме будет, там, знаете, кадр на курицу, кадр там-то там. Ну, в общем, ингейм режиссура будет присутствовать просто великолепно. Поэтому я надеюсь, на лан-финалах смотреть за Counter-Strike вам понравится. Так, ну что, понеслась. Закупочка от Фнатиков. Полный оружейный раунд у обеих команд. И намечается что-то интересное. Кстати, Фнатик не берут ТВП. Как это ни странно, с теми же Alternate они предпочитали Флюше его покупать. Да и поляки тоже как-то игнорируют этот девайс на карте Inferno. Привыкли мы, что Паша излюбленно покупает эту снайперскую винтовочку. Мне кажется, сейчас Фнатик будут прошивать белого. Просто по-любому там заметил его Пронекс в начале. И белый не покинул. Так, Пронекс вышел. Чек медла. Паша выпада не делает. Бомба все еще на медле у Фнатика. Они пугают апленд, в принципе, нормально. Паша перестраивается с дома, белый отстаивает позицию. Дэвил Волк, Пронокс, наверное, будут доигрывать А до конца. Но не ясно, куда пойдет у Фнатик бомба. Вариантов еще много. 50 секунд, минуса не было. Они сами себе сейчас создают проблемы. Вместо того, чтобы по своей инициативе начинать. Так, ну вот уйдут ли они от Паши сейчас? Идет закидка двадцатки. Да, смещаются шведы на банан.
И Паша, Паша будут чекает. Проверять на прочность Нео. Да, Паша чекает мид. Все, это выход на Б-плент. И об этом знает Полякина. Уходит да, в точку. 30 секунд до конца. Вся шведская команда находится под Б-плентом. И как же заходить, когда поляки будут четко отфлешивать? Так, флешка Снайкс выходит и сразу его собирают. Но это беда. Нео просто сейчас здесь как легкая добыча, и его спокойно разменивают. ВП, конечно, успевают сейчас сыграть в агрессивный суппорт. Посмотрите. И Паша в дыму на Б-пленте. Ой, лол, на катушках сидит, и никто его не смотрит. Никто его не видит, он просто сидит и радуется. Посмотри на позицию GV. GV знает, что контрольского респауна больше никто не придет. Ну, он ждет на самом деле Пашу сейчас. GV, включай GV. Это жесть. GV. Просто заходит в спину белому этапу, забирает поляков, и Devil Волк ставит точку в этом раунде. Сейчас опять-таки же равный 3-3. Вот Паша сыграл без инициативы. Вместо того, чтобы с катушек попытаться забрать Б3, сыграл крайне негативно. А поляки то, что не догадались о проходе на хелпе GV, это их косяк полный. Они же шли выбивать с дуги. От Паши должна была быть какая-то инфа. При том, что Б3, я думаю, он по-любому сказал. И о Тёмке он сказал, потому что слышал, как на планете Фнатик перемещались. Но GV, конечно, ну не без везения, да, не без везения. Но если бы шли выбивать с КТ, я думаю, зачекали бы его. Что, выход на Б-плент хотят сейчас осуществить Фнатик. И, по-моему, достаточно быстро стоит против них один товарищ Кубский, который со смоком уходит. Ты, по-моему, понял. Нет, он не понял. Он просто... Вот делает непонятно, что Нео не ожидает. То, что сейчас шведы находятся уже впритык. Нео просто врывается в дым. Нео есть первый минус, но дальше не пошло. Шнейдер спокойно забирает поляка. 3-3. А, занимается Б-плент. А вот и JV, его любимая позиция на деревяшке. Ну, пошел еще один в спектаторы. Ну, наглое перекрытие. Граната, конечно, от JV вообще масс демейдж такая сделала. И Снэк закрыл. 3 в 2. Так, ну вот пойдут ли поляки дальше? Не, нет, дефузов нету, и из гранат только один дым. Ретейк нормально не сделать, а Фнатик еще имеют шанс сыграть на выпад под свои флешки, закрыть всех на хелпе. В итоге вот они сидят, ждут. Пошел чек. Понимают то, что поляки убежали. Ну и Фнатик выходит вперед на один раунд, 4-3. Неплохо. Да, действительно, напряженная первая половинка получается у нас. Инициатива переходит из рук в руки. То Фнатики впереди, то поляки впереди, но команды... А друг друга не отстают и продолжают бороться за победу в этом матче. Так, ну вот все-таки хочется верить, что появится снайперская винтовка в руках Паши. Да, и как раз-таки Снэкс дарит этот девайс своему тиммейту. И Паша постарается реализовать хороший респаун. Хороший респаун, в первую очередь, на главку. Ну и смотрим. Паша, СВП. О, тут Фнатик уже знает, как играть с Пашей, и просто не дали ему играть на медле. Ой-ой-ой-ой-ой. Но он успел хотя бы на двадцатку в угол встать. Так, посмотри, Фнатики под флешку будут заходить быстро на главку. GV начинает простреливать двадцатку. Паша пытается найти там кого-то, получает по ноге прострелом. Стреляет, но это рандом. Это рандом, надо было увереннее делать, и Фнатик в итоге получает инициативу, преимущество. Хотя, еще пока непонятно. Вот если они... Так, 4А и быстрый выход на Фнатик. Поляки даже угадывают. 5А. Ну, а, ты имел в виду дефенс? Да, я имел в виду дефенс, да. То, что Нео одного так на дуге оставили, и Фнатик туда не идут. Это плохо, это глупая ошибка на самом-то деле. Они должны понимать, что поляки будут чекать. Так, двадцатка начекана. Одымление залетает в белого, его взрывает. Команды Фнатик. Какой тимплей просто сейчас показали при занятии двадцатки, без шансов раскатали. Да, и поляки, даже не сопротивляясь, быстренько уходят на сейф. Понимают, что не по шансам. Выбивать поставленную бомбу на планте в ситуации 5-3. Да, это, конечно, печалька. Да, ну вот начались провалы у поляков. Шведы тоже вроде бы прочитали, как же стоит скрывать оборонительные редуты польской команды, и это работает. Так, ну, Нео сейчас может поймать на дуге хоть одного, наверное, да? Да, ловит Спронекс и уходит. Шнейдера слышит. Уходит на плент. Ну, три девайса, в общем, сейвят. Это тоже хорошо. Так, GV. Отлично, Паша закрыл. Все. Но самое главное, то, чтобы АВП осталось. И у Паши уже нет такого респауна. Посмотри, респ теперь есть у Таза. Поэтому, наверное, фаст-главки не будет. Да и шведы знают, что есть АВП. Если в предыдущем раунде АВП не читалось, а все-таки, наверное, Фнатики ожидали экономического от поляков, то в этом знают, что Паша засейвил снайперскую винтовку и будут играть с ним очень-очень аккуратно. Я на самом деле ждал сейчас от Virtus.pro 3B после вот такого фиаско, как бы, да, и то, что попробует прожать. Хорошие гранаты под Б, и должен быть второй минус от Нео. Третий тоже нет. Снайкс убивает и уходит на точку. В итоге Фнатик теряет трех игроков, играя против
контратаки дуги Virtus.pro. И очень четко Snakes раскидывает еще один молотов. Готовит смог, чтобы атака не осуществлялась дальше в плент. Плюши минус, вернее, Devil Wolf минус хелпа. Собирает Пашу. Снэкс держал на Б. Белый поджал сейчас к яме. И вот это ошибка. Ошибка на ошибке. Таз разменивает по Devil Wolf. Остается Шнейдер. Шнейдер красный. Смена девайса. И Шнейдер умер. Ну, ХП было мало, но если бы сейчас убивал Таза, это, кстати, второй фраг Таза, или третий даже, третий. Если бы сейчас его убивал, то ситуация была бы вообще эпичная. Поляки бы себе не простили то, что вот выбивая такой перевес, отдаются сами в аркаде по своей же вине, по своей же расторопности. 4-5. Продолжаются невероятные качели. Команды не собираются отпускать друг друга на действительно дальнее расстояние. Будут сокращать вот такой вот разрыв, который нарисовывается в любом из моментов. Ну, поляки уже почти сократили. Но Fnatic, как для атаки, они в зоне комфортного счета. У них игра, в принципе, пока идет плавно, спокойно. Никто не рискует, никто не выпендривается. Это самое главное. Это интересно. Смотрим, как займут дом сейчас Fnatic. До этого они занимали на ура. И минус Пронакс. Все, снова двоих теряют сходу. Шнейдер дублирует поведение своего тиммейта. Пытается пройти в упор, чтобы застать белого. Белый его, кстати, видел. И Таз минус Флюша. Шнейдер остается в доме. Последний стоит, ждет. Ну, терпение у него, по-моему, железное. Когда же оно лопнет? Когда он выйдет на белого? Вообще какая-то, не знаю, мистика. Ну, четко сработало укрепление на коврах. Все сделали по минусу. Стас забрал своего. Ой-ой-ой, как испугался. Как испугался, сразу начал шить. Шестой или какой? Шестой, да. Шестой фраг для Таза по Шнейдеру. 5-5. Смотрим статистику команды Fnatic. Пока что их великолепный капитан Пронакс. Один из лучших. Тот парень, который скоординировал их победу на DreamHack, идет 1-7 с двумя MVP зато. Капитанский, наверное. Интересно, за что ему выписали MVP, наверное, за поставленную или за взорванную бомбу. Ну, вот. Две бомбы было взорвано, им он ее ставил. Ну вот и два MVP для Devil, точнее, для Pronax. Так, ну и где же тут Headshot Prestige? Под флешечку Fnatic в очередной раз быстро врываются на главку. Что дальше? У поляков опять-таки же все четко. На пленте уже 4 польских игрока, и попробуй сюда зайди. Вот у Снекса сейчас проблема. Паша, нет, не будет проблем у Снекса. Смотри, Паша может сейчас накинуть Снексу и будут играть выпад, чтобы добить 15. Но еще не ясно, Fnatic очень долго думает. Ну, знаешь, поляки действуют четко. Они ждут все-таки в первую очередь прохода от команды Fnatic и не будут никуда соваться. Так, ну что ж, Смокс расходится. Залетает Смок на 15, и Снекс, в принципе, здесь держит под... Ну что за антитимплейная флешка? Ну да ладно, все равно. Заходит Снекс, видит первого в углу, видит еще двух на троих, увидел на главочке. И это инфа для его тиммейтов. 3А. Fnatic втроем на главке. Нео поджимает с Б, его идет ловить Devil Wolf. Но Нео передумал, дабы сохранить интригу в матче и не отдать одну из позиций, один из плунтов. Devil Wolf Флюша топает дугу. Ну, тут уже все слышал Нео. Одного забрал, второго увидел. Влетает дым в хелпу, но сыграть будет крайне сложно против Кубски. Хотя вот она, ошибочка Флюша на ноге. В прыжке ставит хедшот по Нео. И это меняет Паша, ситуацию в корне. Как же своевременно врывается Серка и забирает Шнейдера. Один Флюша против троих. Подожди, подожди, Флюша прется. Забирает Пашу. Уходит за Б3, его пытаются простреливать. Он, ох, вот рискнул сейчас, конечно, зря. Ну что же, это звездный момент для капитана команды Fnatic, Флюша. Но это даже не капитан Пронакс же. Ой, да, Пронакс. Ну, Флюша просто такие раунды не отдает. Вот он тут понял... Четко вообще. Он тут понял то, что два потерялись, один потерялся точно. И вот, ну, открыл плент. Самое главное, что он открыл плент против Кубски. Это самое сложное. Это убить парня, который его защищает, который сбил твоего тиммейта. Fnatic берут раунд в ситуации 4-3. В меньшинстве. Только благодаря одному игроку. Вообще 3-1 оставался. Ну да, да. Флюша при поставленной бомбе. Но, по сути, рука не дергнула. ВП просто под конец раунда уже расслабились. Они как-то неорганизованно шли на это выбивание. Встали вдвоем с хелпы, понимая то, что стоят против одного из лучших стрелков. У которого еще и позиция очень выгодная. Ну, это на их, не знаю, на их совести. Тем не менее, 5-6, Fnatic впереди на одно очко. И Virtus.pro продолжают играть агрессивно Б. Продолжают играть нагло на главке. А ВП был просто шикарный шанс сбить экономику шведам и вырваться, наконец-то, действительно с отрывом вперед в этом матче. Но проиграли. Такой вот обидный раунд, и этот начинает опять-таки же уверенно. Паша минус живи, Пронакс забирает Нео, но при этом поляк успел забрать где-то Флюшу. В итоге 2-4, и у нас
опять-таки же назревает равный счет в этом матче. Devil Волк, Шнайдер. Сейчас вот если эта парочка соберется, могут до бомбы дело довести, если захотят. Ну, определенно эту бомбу надо ставить на Б. Здесь нельзя идти даже на главку, потому что... Ну, 20 секунд до конца, и вот по позиции Шнайдера можно понять, что это будет сейф. Да, у Шнайдера АВП я его не заметил, теперь это понятно, что сейф уж точно. Он еще и с бомбой такой. Мне нравится, как бомба мигает. Слушай, ее в игре видно стало лучше. Кстати, я тебе сейчас покажу один из моментов, то, что бомбу, вот я помню, куражи бомбу бросили сюда. И никто ее не подобрал. Или какая-то команда в этом сезоне, короче, бомба упала там, вся команда, знаешь, где... То ли у Нави, то ли у кого-то. Ну, короче, прикол такой, что они тупо психанули, побежали в аркаду, взяли раунд. Или не взяли, ну, я уже не помню. Но прикол в том, что баги с бомбой все-таки остались. И надо их как-то... Ну, даже в 1.6 были такие места, в которые попадала бомба, и после этого ее занять, забрать было нельзя. Да-да-да, самое эпичное место на Инферно в 1.6 было, это вот где здесь сейчас стоит тележка, да, здесь стоял столб при выходе. Ну, вот этот вот столб, да, примерно. Да, и между него, да, фонарю мог упасть с бомбвент, и я помню, Нави так выкинули. Нави выкинули, как с Альтернейт на Инферно играли. Ох, весело было. Официальная так, игра, что? Посмотри на закупку Фнатиков. Это опять-таки же, нет, это не волевой бай, это два засейвленных девайса, плюс пистолеты, флюши, Шнайдер и Пророкса. Ну и что из этого выйдет? Devil Волк на главке прочекал белого. Отогнал с позиции 7, ну и шведы как-то очень скромненько действуют в этом раунде. По-прежнему не вышли из десятки, ну вот на то есть объективные причины. У GV АВП, и он хочет сделать open фраг. Мне так сейчас кажется, что это будет, скорее всего, уверенная игра под Б, если GV убьет дугу. Ну, прицелился он, конечно, как видим, прям куда надо. Но тут что-то через стенку не залетит, наверное, да? Ну, четко держит прицел. Да-да-да, четко держал прицел. Лучики, лучики, друзья. Что ж, Снекс уже идет к Нео. Нео чует неладно. Интуиция этого парня не подводит. Вот его опыт должен... Ох, сейчас будет... Сейчас будет что-то невероятное. Кто кого в него залетит первым, флюша. Выигрывает перестрелку Нео и только... Только... Снекс сносит Шнайдера. ВП упала. Джейви его реализует. Джейви! Ну тут он уже не хочет отдавать. Уходит. Ну вот как раз таки та опасность, которую предоставляет Джейви своим оппонентам, он ее реализовал на все 100. Два минуса с ВП, в итоге бомба поставлена на Б-планте, и ТАСС вместе с Белым постараются все это дело выбить. Пронакс не справился с Белым. Ой-ой-ой, Джейви не попадает с ВП, а был реальный шанс остаться 1-1. Тут просто смог влетает в парня, флешка, ну, и... Все, это будет сейв АВП, тут дальше, я думаю, лезть не стоит. Не-не-не, ты посмотри, ты посмотри. А нет, позиция-то хорошая. Ах, Джейви, заслужил, минус 4. Это MVP, он просто повторяет поступок флюши, только на этот раз с АВП, играя более командно. Поляки облажались с дымом, им надо было закрыть дугу, а вместо этого дым... вложили дым на катушке? Дым лег на кафель, вообще куда-то там непонятно, в угол и... Естественно, при попытке выхода на дефуз, понятно, что вот здесь вот АВП все видит. Ну как, надо было его сюда кидать. Да Джейви мог еще и прострелить. Ну короче, так я не знаю. Я вообще, когда увидел дым вылетающий, я подумал, что сейчас он ляжет вот сюда на кафель, и Джейви просто нет шансов, кроме того, как засейвить АВП. Но GV... Шведский КС, такой КС, Паша спрей, мид его пытаются закрыть, флюша попадает. 4 в 4. 1 в 1 заходит Фнатики на... Главочку, а но... вот Виктор Войтес сейчас удивил, правда, Шнайдера это нисколько не смутило, ответить тем же. Разменялись, но Фнатик все красные, есть, да, гранаты. Да, по холдбарам видим действительно жесткие проблемы у шведов. 24% здоровья у флюши и 12% у Шнайдера. Пронокс также нездоров, но это не мешает ему спокойно разобраться с белым на главке. Белинский упал, Снекс перестраивается на малое. 2-1 пункты у команды Virtus.pro, на Б остается... Нео. Радует то, что у него второй армор, но не радует то, что у него П-250. А вот Фнатики... Фнатики просто тупо топчут сейчас, топчутся на медле и ждут какого-то пуша на инфу или аркады, хотя бы выхода на чек. 40 секунд есть на все, про все у шведской команды. Итак, Снекс замечает в дыму Шнайдера, забирает. Так, проскакивает. Ох, так, вот а все. Вот теперь все зависит... Все висит на Нео. Как же Нео разыграет эту ситуацию? Нео спокойно заходит, дым забирает. Ох, еще и по Проноксу в дым залепил. Ну, красавчик, если, конечно, два красавчик. Красных, два красных шведа, но как попал Нео? Да. Четко. Просто очень... в дым интуитивно последняя пуля попала. Самое главное, как он терпел флюшу. Вот это... Да, ну вот это скилл. Вот это самое нереальное, это да. Это скилл.
Но опять-таки, кубские друзья, это 10 с лишним лет Counter-Strike, из них 8 плюс профессионального Counter-Strike. Это один из самых титулованных игроков. Да это вообще, вот эта команда слева, три игрока, Паша, вот хотя бы Тасс и Нео, это точно самые титулованные кейсеры этой планеты. Ну, больше титулов ни у кого нету, потому что эти парни просто разрывали. Эти чуваки в 1.6 показали всем, как надо играть нюк. В один момент, когда они проигрывали карту Тускан в 1.6 со счетом 16-1 Moscow 5... Потом, что было? Они вот так проигрывали всем, а потом их научили играть Тускан на Intel Challenge. Потом их научили играть еще какую-то карту. В общем, это самая, не знаю, самая неординарная команда, о которой будут говорить, наверное, до конца эпохи КС. У парней есть такая способность. Они умеют... Способность. Они умеют выигрывать действительно важные турниры. Но... у этих парней единственное, что вот им не повезло, как команде, да... Им не повезло с организациями, и никогда не везло. Так, ну что, Фнатик, по-моему, идут проигрывать эту пистолеточку свою. По-моему, это был камень в огород команды Virtus.pro. Почему? Не везло с организациями, ну вот. Ну вот это именно пятерки, ну Нео Тазом, ну сколько там историй было. Я помню, как они с команды в команду бегали, как их кинули с зарплатой на 3 месяца мумы. Нет, да, постоянно приключения были у поляков, все-таки как-никак, это постсоветское пространство и... На наших территориях действительно найти достойного спонсора очень и очень непросто. Про этот как бы я вообще промолчу. Ну, сейчас ладно, Virtus.pro их взяли, здесь ничего нет. Организация хорошая, поляки довольны. Я думаю, организация тоже довольна их выступлением, тем более топ-1 готовится. Это как бы очень даже это достижение. Очень, это своевременное приобретение команды Virtus.pro. Вот такая вот пятерочка залетела, которая действительно навела шорох. Но по большому счету именно проблемы с организациями не позволили этой команде выигрывать все, что они должны были выигрывать. Раскрыться на максимум. Да, все турниры они не посещали. Там, знаете, у вас там чемпионат, есть слот, вы взяли квоту на ВЦГ, но у вас нет денег на буткемп и на билет на самолет. Вот такие были моменты. Обидно, досадно, одна из историй, которую мне рассказывали про этих парней, когда был такой чемпионат в СВГ, WSVG, его сейчас уже нету, давно про него все забыли, но он был. Там был призовой фонд, что-то в районе 30-ки, если не ошибаюсь. На те времена в 1.6 это настолько много денег, что просто все хотели, не знаю, все кипятком писали с этого призового. Так вот, Нео пошел к своему папе со своей командой, занял... Так, потом расскажу, смотрим, ВП играют Rush на Б, Фнатик играют Rush на центр. Да, уже... спину заходит к Нео, но Нео как манцует, продолжает жить за деревяшкой, но Фнатики не отпускают. Девиловк, есть первый минус, и теперь настал черед Флюша. Флюша один против всей польской команды. Как же защищается Флюша? Будет ли третий минус? Да, будет. Нож! Минус Тасс. Ну, вот Тасса зарезать вдвойне приятнее, потому что действительно вот титулы просто упали только что. Да. На первом пистолетном, особенно когда вы проигрываете один раунд, и пистолетка для вас крайне важна. А здесь она очень важна, потому что следующие два будут поляки сливать. Все, три на бомбе, Снэкс пытается, ну, тут если потащит, это будет точно, не знаю, матч года. Ну, слишком круто стоят шведы, перекрестный огонь, даже третье. Но у Снэкса, может быть, яйца намного круче и вообще не из алюминия, а из стали. Нет, все, Снэкс. Но он не знает о том, что здесь за Б2 стоит Дэви Волк, поэтому... Тык-тык-тык-тык-тык, вот и все. Так, ну Снэкс каким-то чудом все-таки забрал еще и Шнейдера, но это все, на что был способен поляк. Три минуса в его исполнении. История какая про поляков, они играли плохо, потом организация от них избавилась, короче, они идут к папе Нео, говорят, папа Нео, дай нам денег, короче. Чтобы вы понимали, у Нео и его папы в Польше киберспортивный бизнес – семейная ценность, так что самое главное. Так вот, он им говорит, ну я вам, короче, даю денег, но если вы проигрываете, вы забиваете все на КС, выкидываете компьютер, они такие сказали, ну давай, пап, нам денег. Ну и в итоге он им дал денег, и они потом просто драли весь год на всех турнирах, всех подряд, вот, кто бы ни попадался. Какой бы опасный соперник ни был. Вот такая это была команда. И в этом году ей пророчили то же самое на Катовице. И они, в принципе, выполнили свой успех. Но здесь не папа Нео помог, а, наверное, организация зарплатами и условиями. И это порадовало всех. Я считаю, что это реально легендарная пятерка. Да, действительно, вот повезло Virtus.pro с командочкой. Так вот, на ровном месте нарисовались парни, которые, казалось бы... Смотри, что творят. Ну как не любить этих парней? Они только что всосали кровавольную пистолетку, но после этого взяли и выкатили свои стальные польские шарики. Но еще не довели до конца этот экономический. Очень-очень все плохо пока складывается. Снэкс один против двоих, но есть красный Шнейдер. И как же, ну бомба стоит слишком далеко, и вот это момент истины. Ну, Шнейдер играет чек-бихайд. Оу, Снэкс еще! Просто на линию!
На линию вышел Шнейдер, должен был защищать своим телом тиммейта, но был красный, и в итоге это тупо спрей. Это дабл-кил. Дабл-кил от Снекса, и счет становится 9-8. Поляки опять-таки же вырываются вперед. Это действительно просто какая-то невероятная тенденция. Команда не может перейти хотя бы в 3 раунда преимущества в этом матче. Не отпускают друг друга на беспечное расстояние. Так, живи. Поджим в ковры. Вроде бы все спокойно. Они просто дом хотели, наверное, сыграть. Ну, нет, пошли. Жестко. Он уже спустился, прочекал, никого не увидел и спокойно отошли дальше. На Б-пункте намечается экшен. Вот посмотри. Ой-ой-ой, нашивают Дэвил Волка. Дэвил Волк за машиной, вроде бы услышали поляки, что попадали, хотя. Но он сейчас нет. Будет уже, он, наверное, сейчас уже будет убивать. Ой-ой-ой. Вот это бинго-граната просто. Так, ну, закидали. Что же делать дальше? Ну, Дэвил Волка должны забирать, да, спокойно здесь. Всего лишь 2% здоровья оставалось у Дэвила, и это... В этот момент, прошу обратить внимание, бомба-то на центре. Сейчас будут ловить Шнейдера, но он будет оставаться в апланте до последнего момента. Так, у него нет дефьюза, нет дыма, нет ничего. Но тут должны заходить спокойно, по-моему. Да, 15-20 сплитуют парни из ВП, и Шнейдер здесь просто сдох. И да, все. Говорят, привет, Шнейдер, ты зазевался на апланте. Но он, наверное, просто думал, хотел ловить разводящего, думал, что будет бейти. Вау, JV сыграл на фонаре. Ну и последний остается Флюша. Я не знаю, что он ждет, но чешку свою тритпейт проигрывать он точно не хочет. Хочет с ней посидеть подольше. Армора нету, терять нечего. Слушай, по-моему, он чай пошел наливать. Написал плюс дак в консоли и ушел. Почему у него нюк в отражении? Глаз, я не понимаю, там вообще нюк. Так, а ну не шевелись. Шевелись. Слышь, успокойся. Люш. Бро, постой. Ну, что ты творишь, а, бро. Чувак? Дай нам посмотреть. Бро, куда стой. Ты пошел? Куда ты? Че ты нервничаешь? Ну, он, смотри, понюхал борт, все, воткнулся. Блин, и спрятал глаза. Ну, вот гад. Ну, это вообще. Ну, короче, полетели смотреть, пока фристайм. Так, сейчас... что ж там нарисовано? Так, а ну-ка, давай. Блин. 15. Нет, там отражение, все четко. Отражение все четко, да? Все четко. Вольво радует. Ну, иногда бывает, но здесь еще настройки максимальные просто стоят вот на, у меня на ноутбуке, с которого, собственно говоря, мы и оперируем с Counter-Strike. Иногда бывает так, что там оп и нюк. Так, ну что, смотри, эко дублирует. И смотри, что делают Fnatic. Играют, как поляки, укрепляют Б. ВП же занимают на двоих игроков Б очень-очень быстро. Чекают Джейви на главке. Так, ну что же, будут запускать... А Fnatic инициативный, посмотри, а ну, вот Дэвил... Да, вот смотри, да, позиция да. Флюши. Смотри на позицию Флюши. Я видел позицию Флюши, он на ящике стоит, да-да-да. Да, и вот зачем перед ним прям выбежало два игрока и умерли, непонятно. Ну, поляки понимают, что на Б еще есть, на один, и просто сейчас будут заставлять Fnatic терпеть. Короче, это как... Так, ну Флюша взял, попрыгал, почекал. Тоже спалился, непонятно зачем, вроде бы уже должны были повестись поляки, что на Б больше никого нет, но... Сами себе придумают проблемы Fnatic и на эко-раунде. Ой-ой-ой, а JV, посмотри, где. И сейчас постараются удивить поляков, забирает Снекса, но здесь... О-ло-ло-ло-ло, я ушел, говорит JV. Нет, вернулся и отвесил Паше. Отвесил Паше колобашу. Боль, просто боль. Но хелпап с Б-планта, которая пришла на 15, принимается буквально в секунду. JV подбирает АКМ, попробует сейчас сделать еще несколько фрагов. Его статистика 17 на 14, Джеспер идет, ой-ой-ой, как впереди. Так, Нео его начекал, ну и Джеспер будет сейчас, естественно, прятаться. Стараться засейвить. Подобранный девайсик. Опа, а как это? Сюда теперь можно запрыгивать разве? Есть третий минус от Джаспера в этом раунде. Забирает Таза. И будет ли четвертый? Нет, с ним он не справляется. 11-8. Наконец-то у нас действительно преимущество одной из команд. Три раунда. Разница между Fnatic и Virtus.pro. Ну, Virtus.pro посмотри, впереди. Посмотри статистику раундов вообще вот первой половины. Тут просто прямо видно, да, с каким же все-таки рандомом это все делается. Как же все-таки это происходило. Ну, жесть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Такие отдачи на отдачу. JV на ноге сносит АВП от Паши в яме. И Virtus Pro остаются в меньшинстве. И у них атака. Ну, с атакой все нормально. Они, в принципе, еще могут этот раунд доиграть. Но вот дискомфорт в том, что их четверо. Второй мидл они прошли успешно. Ждут поджима полтора, поджима нет. Так, а тем временем Devil Wolf и Pronax агрессивно играют на банане.
не дают Нео занять эту стратегически важную позицию. Ну и ну, что будут же будет? Будут продлевать дым, скорее всего, держать под давлением на дуге до конца этого раунда. А дыма больше нет. Хотя нет, есть. Есть, есть. Есть. Там есть дым. Вот у Пронекса он его уже держит. Даже три дыма есть у шведов, так что все. Так, принципе... это стоп, это флешка. Это флешка полетит. Да, пошла. Нет, не пошла флешка. Дэви Волк остался. Так, у него есть вообще дым? У него нет дыма. Если сейчас здесь дым закончится, Нео просто его съест. Надо продлевать дым, и на Б-пленте остается один Devil Волк. Нео дает гранату на бревна. Devil Волк не ведется, понимает, что надо отходить, топает, уходит. Нео. Нео готовит 15. Поляки, по-моему, все-таки решили пойти сейчас на А. Да, и это очень плохо может закончиться для польской команды. 4 шведа встречают заходящих поляков на АПВН. Пронок есть первый минус, забирает белого. Ну, слишком суровая раскидка от ВП. Сами же себе и накидали, пески не заметили. Ну, на коврах спасает свою жизнь Живи божьим чудом. И на Б-пленте вообще... Вот на Б-пленте сейчас пусто, только Devil Волк сорвался с аркады. И Живи, господи, как он их разделал. Джаспер с ВП. Слов нет, слов нет. Надо было просто отойти и убить Б. Убить дугу, занять ее. И поляки должны сделать ну, вывод, как минимум, что дугу надо занимать. Нет денег у двух игроков, но будут играть волевой бай. Кстати, посмотри, какая статистика у Живи и Снекса. 22 фрага у обоих, 15 смертей у Живи и 9 у Снекса. Ну, Снекс поменьше. Посмотри статистику Пронекса. 5 на 17. Это не очень удобный момент. Так, ну вот смотри, сразу пытаются, сразу поняли, что без дуги играть не получится. Без дуги у Фнатик вся инфа, и в итоге пробуют... А, кстати, на Б стоит Пронекс. 5 на 17. Это, по-моему, открытое окно в дверь на 3 очка. Пронекс зажимает и никого не убивает. Devil Волк туда же. Два брата акробата. Ну, один Devil не попал, Волк второй лопата. Забрал своего. Ну, он разменял, да, здесь больше. Но, типа, что, Б-плент, как теперь его выбивать? Ну, Флюша, стрельба спасает ситуацию. Минус Кубски. Остается Снекс, Белый и Тасс. Тасс играет также на пленте вместе со своими тиммейтами. И это большая проблема. Нет замка в этой защите. Если Фнатик открывают на пленте опенфрагом, то это будет уже 100% ретейк. Взрывает белого. Уходит на хилпу. Ну, действует с хилпу. Уже довольно-таки быстро пикает. И два поляка в пленте. Падает первый, Тасс забрали. Джейми минус Next. Это как на дримхаке. Из последних сил в последний момент. И Шнейдер успевает задефьюзить бомбу в момент ее взрыва. 10-11. Это жесть. Это инферно, никто не хочет отдавать. Эти 3 очка на Старладере сегодня просто, я не знаю, сведут с ума. Уже поляки, я думаю, сходят с ума, как и Фнатик. Вот абсолютно равный матч. Вот действительно, такие игры интересно смотреть, когда ты не понимаешь, кто же здесь станет победителем. Здесь может произойти все, что угодно. Как они, поляки, они... так и шведы могут стать победителями в этом матче. Я полностью тебя поддерживаю, это не кураж против Aces. Там, на самом деле, тоже непредсказуемый матч получился. Да, но, типа, ну, смотреть вот матч там и... Здесь уровень. Да, здесь уровень. Здесь уровень игры, просто смотреть реально приятно. Очень приятно. А там просто сидим до 50-й секунды и потом куда-то идем. Или до 20-й. Так, ну вот, поляки, да, ждать долго не собираются. Будут скрывать Б-плент. И у Фнатиков, опять-таки, же просто шикарная очистка. 3 игрока шведской команды находятся на Б-пленте и готовы остановить поляков. Так, пошли в размен. ВП заходят. Кафель чист, Пронекс пытается поймать, и ВП вовремя передумывают, отходят. Вот это троллинг, это просто троллинг команды. Фнатик на Б-пленте со второй волной заходит. Фнатики стоят белые, никто ничего не понимает. На кафеле Пронекс играет в размен. На пленте Devil Волк, Флюша, Церковь, есть первый пропрыг. Нужен размен, и не замечают Devil Волка, что ж вы делаете? Приходит хелпа от Флюшина без шансов. Как же везет поляка. Джейви, Джейви берет под свой контроль, выпадает с дыма, но мажет СВП и перестраивается на Церковь. 2 в 3, Шнейдер и Джейви против Паши, Нео и Белого. Ну, Джейви, по-моему, сейчас просто умрет. Нет, минус Белый, катушки закрыты. И посмотри, 2 поляка на кафеле, это может плохо закончиться для команды Virtus.pro. Но умирает Шнейдер и есть обходящий игрок Джейви. В итоге это паника для Джеспера, и он здесь просто пока что бессилен. Ну, дуга должна работать, бомба дефится, Джейви. Нео и забирает. Вот секунда бы оставалась, по-моему, у Джейви, чтобы задефить ее. Бомба взрывается вместе с Нео, 12-10, но это удача. Это удача для Virtus.pro. Ну, не то, что удача, это четкое понимание тайминга. Вот не узнал, сколько ровно есть времени у Джейви на то, чтобы раздефузить бомбу. И вот как раз-таки вышел в самый нужный момент. Джейви, по-моему, сейчас поработал на славу.
Джастер. Вообще, я же говорю, посмотри статистика Джастера. 25 фрагов. Он пашет за своего тиммейта Пронокса, у которого пока вообще не вадится. Мы думали, это провал в первой половине, а во второй продолжается. То же самое. Так, ну и опять-таки же бай. И посмотри на экономику. Нажми табуляцию и посмотри на экономику. Абсолютное равенство. Кто проиграет этот раунд, тот имеет шанс заполучить 2. Но если берут его поляки, у поляков будет 14. По эквипен... Если в Фнатике, то счет будет равный. По Equipment Value вообще видно каждый бай. И тут видно то, что поляки закупаются на 20-25 у Фнатика. Это вообще средняя статистика по затратам на девайсные раунды. Так, ну вот Fnatic играют сейчас раунд анти-нип, анти-ковры, чтобы выбивать главку, и сплит по коврам не проходил. Нормальный моменталка центр, Джейви. Ну, Джейви просто жрет, жрет польскую команду, правда, с разменом. Двадцатку заняли, Шнейдер в нестандартной позиции реализует свой М4, и это жесть. Посмотрите, встали, ВП потерялись, приходит хелпа от Пронокса. Идет на шип, снайк здесь хп, и Флюша его просто забирает, как в стиле Хитмана, Юспом одной пулей, 12-11. Фнатик отвечают очень-очень четким, качественным очень приемом. Подходящий момент. Посмотри на экономику теперь польской команды. Это снова ничья. 12-й раунд для команды Фнатик. Но это снова ничья, если только поляки не возьмут. Они берут чешки. Они берут, да. Они посмотри. Берут чешки, закупаются до конца и понимают то, что сейчас мы вам покажем славянскую волю. Ну, будем смотреть. Если шведы задроты, то вот ВП больше от морали могут сейчас раскатать. Так, а Джаспер, по-моему, решил пошалить немножко. Он, кстати, играть любит Покупает очень сильно с магом. Он играет, он очень любит играть с магом. Ну, здесь он... Два промаха Джаспера, и Снекс наказывает дерзкого шведа. Вот это плюс маг. Ну, это, конечно, круто. Вот если кто смотрел внимательно, например, за игрой команды Fnatic на карте The Train, я знаю то, что вот JV, например, ну, европейцы, и его часто называют The Updown King. И он любит играть преимущественно с магом. Ну, и с ВП тоже, конечно. Так, ну вот сейчас на Б вот такая себе забастовка получилась неприятная. Ну. Отлично отыграл Флюша, закрыв всех в ассисте. И 2-3 размена. Ну, поляки могли сейчас взять, но до этого дело не дойдет. Пашу поджимают, Снекс просто вышел спиной к Проноксу. Ну, и последний все контролируют шведы, и оставшиеся втроем против... Пятерых спокойно разобрали сливающих польских игроков. И теперь еще один экономический у команды Virtus.pro. И шанс для команды Fnatic вырваться вперед в этом матче. А я вам пока что напомню, друзья, что дальше мы с вами будем смотреть матч команды Na'Vi и матч команды Kick. Это будет очень важная встреча для украинцев в первую очередь. Португальская команда может их сейчас не пропустить на лан-финале. Ну или уменьшить их шансы на выход в финальную стадию чемпионата. Но тут 12-12, как бы ничье не закончилось. По-моему, к ничье все идет. Я думаю, что Fnatic вряд ли смогут перевернуть поляков. Так, хотя... Ну, поляки, посмотри, как зашли на главку, сделали опенфраг, но дальше шведы вроде бы успокоились и спокойно... Спокойно разобрались с сливающими игроками команды Virtus.pro. Подожди, подожди, Нео не готов. Нет, Нео загнали, загнали. Ну, видишь, вот... Шведы точно понимают то, что нельзя играть против Нео медленно. Его всегда надо загонять втроем, вдвоем. Также они знают то, что Снекс такой же, с ним нужно поступать абсолютно так же. И сейчас будет один из раундов, когда JV... Да, опять-таки же... На ВП, ого, ну... JV, снайперская винтовка, и он готов в очередной раз удивить команду Virtus.pro. Ну, обычная агрессивная главка, вообще такой спокойный дефолт. Ашер так же как-то играли. Ну, присмоук чек от JV, результата нету, все, иди играй в дом. Fnatic втроем на Б. Fnatic, кстати, понимают, потому вот то, что поляки очень четко заходят на Б-плент и играют втроем прямо сразу. Они боятся польского раша. А вот что будет, если они сейчас пойдут в следующем на Б втроем, а поляки зарашат А? Вот там будет катастрофа. При том, что если ты убиваешь одно ВП, да не, если ты даже одного штурмовика убиваешь, остается ВП, которое сделать ничего абсолютно не сможет. Ну, если бы это был не JV, то тогда я бы точно так же подумал. Но JV нам показал, что с ВП он может убивать по 4 польских игрока за раунд. И это не фантастика, это суровая реальность шведского снайпера. Но тем не менее, против ВП сыграть, убив штурмовика, там, на бомбе... По-моему, идеальный момент. Ну и поляки делают фейк. Атаки на А. Раскидывают 15-20 с второго медла. У Fnatic начинается медленная перетяжка. Пронокс уходит на дали, чтобы его не слышали. Флюш тоже перетянулся. Библа, чек 15, видит дым. 30 секунд до конца. Залетает Молотов на банан. Как поляки собираются проходить через огненную стену?
Так, ну вот флешка от тиммейта Флюши и... Все, ВП заходит на Б-плент, есть прием от Пронокса, либо Дэви Волк. Дэви Волк, только этот парень сможет установить вояков на Б-пленте, спокойно разбирается с тазом, а вот с Пашей не пошло. Ну, не потянул, хиленький, не потянул стрельбу здесь. О, в итоге 3 в 4 ситуация, поляки в меньшинстве, при поставленной бомбе будут оборонять. Смотри, у шведов вот опять с гранаты, JV ломает, Снекс, это жесть! Это жесть! Фнатик в численном преимуществе на одного игрока отрабатывают каждую точку, где встал игрок нападения на этой бомбе и просто сокрушают сейчас Virtus.pro. 27-й раунд УВП. Ну, пройдет сейчас на минус морали, но есть хотя бы экономика, будут покупать или... Ну, будут, конечно, должны. 4-2, 3-7, 4. Это же поляки, это однозначно бай. 4000, если есть, то можно спокойно... Идти за попкорном и смотреть очередной оружейный раунд. Вот в таких матчах я начинаю жалеть то, что по нашей системе проведения у нас отсутствует овертайм, и ничья все-таки дает одно очко. Так, отдымление центра от защиты, позднее. Поляки гуляют по медлу пока что. Но это уже не похоже на них, потому что сразу понятно, они хотят быстрого фрага. По-моему, у них уже начинает кипеть от того, что они не могут сделать опен-фраг несколько раундов. Ну и опять-таки же, у Фнатика в укреплении на веб-пленте Devil Walk, Pronox и Флюша на хелпе. Флюша уходит на как раз-таки, когда поляки подошли впритык к банану. Но, опять-таки же, перетяжка. Да. Перетяжка очередная. Не будут быстро заходить, понимают поляки, что проиграв этот раунд, отдают ничью команде Фнатик. И вот дальше уже будет 3 матч-поинта. Ну, пока все очень непредсказуемо выглядит. Ну, главку они занимают по-любому. Вот есть шанс, конечно, убить JV, но JV, по-моему, вряд ли промажет на 20-ке, да, минус таз. Забирает таза, выбивает бомбу из поляка. При том, что уходит в пески, где его тиммейт будет прикрывать. Но сплит атаки здесь уже не по... О, тут все интереснее, они просто бегут на КТ на 30-й секунде, но время-то поджимает. Бэплэнд не убивали, время поджимает. JV идет на change девайса в центр, не находит свой кэм. Так, а Снекс Коврагс вышел, вот как раз-таки эту перетяжку. И поляки заходят на пустой апвент, это подарок от команды Fnatic. Это просто купите себе наушники, говорит Снекс, нормальные, чтобы все слышать. Фнатик перемудрили сами себя, повелись на это. Снекс отстреливает JV в обратке, Фнатик в шоке. Они бесплатно дарят раунд польской команде. Это было невероятно. Какая комбинация действий. Как Снекс услышал весь мидл. Как облажались Фнатики в принятии решения и аркаде мидла. Ну как вот... ВП захалдились на КТ-респауне, это нереально. Вот знаешь, бывают мобильные команды, а бывают чересчур мобильные. И вот как раз таки шведы прочитали, что будет заход на Б-плент через респаун. И вот, вот эта сверхмобильность сыграла с ними злую роль. Снекс был в коврах и слышал перетяжку команды Fnatic. И это позволило Virtus.pro беспрепятственно занять А-плент, установить бомбу и взять 13-й раунд. 14-13 по-прежнему у нас полная... непонятно, кто же все-таки станет победителем в этом матче. Или все-таки обе команды заслуживают на очки. У нас качели. Просто полные потные качели. И с этим ничего пока не поделать. Так, вот налетело сейчас очень много всего на дугу. Так, ну, ВП теперь будут играть, наверное, свой дефолт. Медленный раунд. Им нужно выиграть еще один. Но заметьте, если сейчас Fnatic уступают, то это будет... Ой, JV. Опять-таки же, все начинается с минуса от JV. Снайпер команды Fnatic работает на все 100%. Так, раскидочка главки. Подготовка Флюши не выхода на 15 команды Virtus.pro. Но шансы есть на то, чтобы убить Флюшу. JV на 20-ке. Правильно идут, в принципе, сейчас поляки. Но швед здесь их поджидал и отыграет свою позицию, по-моему, на максимум. Да, на максимуме играет, выбивает бомбу. Все, это тупик для это ВП. Это 15-й раунд для команды Fnatic. Но еще ничего не закончено. Остался в живых Кубский. Когда Нео Паша в живых еще пока... Рано здесь пускает слезы. Ну вот здесь должно произойти что-то невероятно крутое, чтобы поляки взяли этот раунд. Ну тут уже Библу загоняет куб. О, о, о. О, как же так? Флюша. Замечает, не в живых только Паша. Паша борется. Расправляется с Devil Walk'ом и Флюшей. Один против троих. 27 секунд до конца. Паша с бомбой бежит на Б-плент. И здесь его будет встречать Пронокс. Ну и минус от Пронокса, скорее всего, да. Паша, ну почему никто не чекает это дерево в таких ситуациях? Почему никто никогда туда не слишком смотрит? Слишком мало времени. Ну, прочекать-то можно, выйти хоть с префайером, не знаю. Тр-ты-ты. Он гранату готовился, ну, кидать вот только куда. Ты бежишь, у тебя...
церковь, у тебя кафель, у тебя плент, B1, B2, B3, все, что хочешь. Где хочешь, может находиться игрок команды Fnatic. И прочекать все позиции просто невероятно тяжело, особенно когда у тебя нет времени. Ну просто прикол в том, что слышно вот это вот пространство, вот это все, его слышно даже вот отсюда. Да, я знаю. И Пронок стоял вот тут, вот и просто услышал все, он просто все знал. Паша, походу, то ли этой фишки не понимал. Ну, подстроиться под дерево, это, конечно, предсказуемо отчасти, но Паша туда не посмотрел, и раунда не досталось. Ну и, по-моему, Virtus.pro сейчас получит. Ой-ой-ой, по-моему, Пронокса заметили. Пронокс ошибается или нет? Пронокс все-таки забирает не он, но поляки отпустят или нет? Нет, Паша делает, наконец-то, этот минус. Паша! Разносит пачку Devil, Волку и ВП заходят на Б-плент вновь. Будет 15-14. Будут бороться. Фнатик... Погоди, Фнатики пойдут до конца. Хотя надо смотреть на экономику, и для них это действительно важный момент. У троих игроков на следующий раунд будут деньги, если проиграют этот. Но пока они хорошо стреляют, поэтому... Но идут до конца. Снэкс минус Шнейдер. 4 в 2. Флюша и Джейви против четверых поляков на Б-пленте. Флюша есть первый минус. Роняет Снэкса. Б-3 не лезет. 3 в 2. Джейви. Нет, все, это агрессивный сейв. Это агрессивный сейв. Джейви просто не реализовал ВП, Б-3 не спалилось, и выходить здесь смысла никакого нету. Но Фнатик могут закончить все со счетом 16-14. Джейви напоследок забирает еще и Таза, ну и... Это его 31-й фраг, между прочим. 31 на 20 статистика. Флюша 73 очка. Очень жесткая заруба. Команда отдают себя игре на максимум. Итак, последний раунд в этой встрече. 15-14. У Фнатиков по-прежнему один матч-поинт. Virtus.pro надо отыграть его, дабы заработать хотя бы одно очко в этом матче. Мне кажется, когда Virtus.pro заходили на Б, Паша давал эти два минуса. Он просто вот сидел и орал. Водка бар! Я жду, я хочу туда! Да, реально, поляки любят это заведение, и частенько, как только приезжают, таз на банане! О, это будет ничейка, потому что выбивает... Нет, ну, Devil Волк рано, может... рано, давай не будем говорить, что здесь произойдет, потому что может произойти абсолютно все, что угодно. Фнатики укрепляют Б-плент, Пронокс, Devil Волк и Флюша, и один Шнейдер на пленте, поляки понимают. Гипермобильность команды Фнатик играет с ними зловещую шутку. Ну и как же будут заходить? Посмотри, как сидит Шнейдер. Неужели пойдет просто... Шнейдер! Это просто жесть! Шнейдер принимает мидл, зажимая в дым двоих. Поляки не останавливаются, атакуют Б-плент. Там есть Снэкс. Три. Бомба должна ставиться на пленте. Снэкс уже наработал позицию. На малых стоит Флюша, отрубает Пронокса, Devil Волка. Что творит на главке Паша? Флюша остается 3 в 1. Джейми пишет, ГГВП его замечает на малых. 15-15. Virtus.pro просто блестяще справляются с этой картой, с этой командой. С двумя матчпоинтами команды Fnatic. Обе команды получают по очку в турнирную таблицу. И, ну, и также... респект. Респект в первую очередь от нас с Игорьком, потому что порадовали вот таким вот красочным и сочным матчем. Давно я такого КС не видел. Друзья, мы увидимся с вами через несколько минут на матче Natus Vincer против команды Kick. Против команды Kick из Португалии. Играть они, скорее всего, будут Dust 2, или я пока еще не знаю. Ну, все-таки я сомневаюсь, что Na'Vi захотят играть второй The Dust. Ну, я тоже так думаю, но они могут. Но может в принципе быть все, что угодно. Поэтому да, оставайтесь с нами и ждите. Далеко не уходите.